И всем привет, ребят, с мистер Вайки записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашей замечательной мини-игре. Сегодня у нас э, второе уже прохождение мини-игры на основном аккаунте. Добил я все заданочки, которые были у нас супер -миссиями, за которые можно было залутать довольно неплохое количество конфет. Ну и на предыдущем видосе, где мы Тратили 10 миллионов кристаллов, была у нас цель по лайкам, которую, к сожалению, мы вместе с вами не набрали. Я э, поставил цель в виде 250 лайков, и у нас там набралось что-то около двухсотки. Даже могу сейчас видос поставить на паузу, посмотреть, открыть. Вот открыл, если быть точным, то набралось у нас 192 лайка. Ну и с момента выхода видеоролика еще пока что сутки не прошли, но цель была набрать как раз-таки 250 на трату еще дополнительных 10 миллионов. К сожалению, мы эту цель не э, преодолели, но в любом случае на этом видосе у нас сохраняется эта планка. Если за сутки на видосе набирается 250 лайкозавров, я трачу еще сверху 10 миллионов, при том, что я уже набил довольно... Большое количество контейнеров, которые открою и э, подформлю кристаллы в 10 лямов, и буду уже врывать в открытие новое, замечательное покупку дно Е, э, связанное с э, нашей замечательной мини-игрой. Поэтому обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунте, установите мой личный так так дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо мини-игры, как я уже сказал, я прошел все супермиссии, плюс э, за два дня получился ежедневок еще по э, 9 э, конфет и в сумме на момент второго дня поймал еще сам 5 конфеточек, то есть у нас по итогу имеется 233 конфеты, что дает мне э, право сделать 23 хода сегодня в рамках видоса. Э, цель э, постараться добраться до третьего острова, забрать третий остров и получить новое устройство сразу на обзорчик вулкана с э, устройством на вакуумные снаряды. Ну, что-то в этом духе, как оно там точно называется, называется, я не помню. Но в любом случае, есть возможность забрать весь этот замечательный контент. Поэтому наша задача понадеяться на удачу и постараться сегодня дойти до этих глобальных целей. Пожелайте, как говорится, мне удачи. Я вам также желаю удачи в этой мини-игре. Ну и все, полетели. Затягивать ничего не будем. Делаем ходы. Плюс один. Очень сильно надеюсь на то, что не будет откидки здесь. Хотя бы. Хотя бы до следующей... Э, хотя бы до следующей планеты. По плюс одному иду. Очень-очень так. На тоненького идем. Фух. Хорошо. 20 ходов. 17 островов пройдено, получаем 10 ядерок, слот модуля, который у меня и так э, не могло здесь быть, э, 50 э, танкоинов, 5 контейнеров, 5000 кристаллов. И по сотке тут припасов, каких-то по сотке, каких-то по 50. В общем и целом, пока что не все так круто. Но у нас есть еще 18 ходов, и здесь всего 17 планет. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Да, 17 прыжочков нам надо сделать. Зачем я считал, если здесь и так написано? Ладно, гений. Поехали. Плюс один... Надеемся на плюс 2, плюс 3. Хорошо, первая плюс двоечка есть. И надеемся без откидок. Без откидок. Это очень важно. Важно без откидок и с плюсами вкусными. Пока идем. Идем, идем. Хорошо идем. Но мне по плюс одному это очень плохо. По плюс одному это очень плохо. Когда я вижу вот эти вот плюс один. Супер тоненькая. Супер тоненькая прям сейчас. Прям сейчас супер тони, Но... Ух, плюс троечка. И без откида. И без откида плюс троечка очень хорошо пять ходов девять вернее пять прыжков девять ходов еще есть плюс один аккуратно 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 аккуратненько аккуратненько думал я уже все я уже думал что все полную халяву залутал и думал что уже прошел без единой откидки минус пять залетает но плюс два и плюс три было поэтому в принципе это немножко компенсируется если сейчас все. Все, ребяточки, все, 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 понял. понял. Понял, 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 понял. Даже ни на что надеяться мне здесь да, не стоит. Еще 2 по минус 5. И на домашнее питание плюс 2. И дошел я ровно до того же самого места. Мне осталось 5 прыжков. 38 ходов сделано. Это получается, я сколько прошел? 20, 17 и... 17 и 12. 27. Короче, это очень плохо. Это прям очень плохой результат. Мне осталось 5 прыжков. При этом я сделал 30, мать его, 8 ходов. 3 откидки по минус 5. Максимальное невезение на основном аккаунте. Можно сказать, что я просто его словил. Просто словил эту невезуху. И она меня тянет по полной программе сюда, на контент. Боже ты мой, пять прыжочков, ребяточки, пять прыжочков. Как, откуда мне сделать эти пять прыжочков? Вопрос очень хороший. Но я очень сильно хочу получить как можно скорее это устройство на вулкан, чтобы его затестить и посмотреть, что оно из себя представляет. Поэтому Постараемся уже в ближайшее время э, втушить конфеты. Ну и нужно постараться втушить по ребяточки. Надо втушилову сделать по Я очень хотел бы уже в ближайшее время сделать заходку, получить устройство и сделать контактик. Но пока что вы видите, насколько жестко меня скамит эта мини-игра. И даже за 23 хода... Я не дохожу до третьего чекпоинта. Вы просто вдумайтесь, сколько надо конфет иметь, чтобы забирать эти чекпоинты. Ну, либо насколько большое везение надо иметь, чтобы это все дело проходить. Пока что в хэллоуинских мини-играх мне не везет на основном аккаунте. На мультах вроде как с везением было все в порядке. Но вот вторая мини-игра хэллоуинская подряд, которая не дает прибыли от слова совсем. А вот космические ивенты в рамках основного аккаунта с везением было на них все в порядке. Прям все в порядке было с везением. Но вот здесь в космических ивентах, к сожалению, мне не везет. Пишите, как у вас мини-игра складывается. Сколько вы уже потратили конфет, докуда дошли. Забрали ли третий чекпоинт? Забрали ли устройство на вулкан? Если забрали, то напишите, как оно вам вообще? По мете, по нагибчику, в порядке, не в порядке, нравится, не нравится. Напишите, будет очень интересно почитать. Ну и пишите, сколько раз вас откидывало уже. Меня, получается, откинуло здесь два и на прошлом кругу один, да, то есть три раза меня уже откидывало. То есть на минус 15 я уже в рамках этого ивента полетел. Поэтому пишите все свои мысли. Тушите лайкозавры. Я честно готов ворвать еще 10 миллионов. И честно говоря, вот с такими откидками мне хочется это сделать еще быстрее. Потому что я хочу получить устройство. Хочу получить эту прибыль. И поэтому я заряжен. Я готов. Осталось только сделать тушеночку по лайкозаврам. И мы уже будем врывать в эту всю движуху. Поэтому обязательно поддержите данный видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны. Смотрите видеоролики связанные с этим Хэллоуином. Сделал даже отдельный плейлист на канале. Поэтому если вдруг не видели предыдущий видос. Тоже перейдите посмотрите. Ну а у меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.